Дорогие друзья, сегодня для вас подарок, супертехника. И таких техник у меня очень много. В шапке профиля ссылка на YouTube. Там масса способов, как доставить удовольствие вашему мужчине. Значит, сегодня техника с апельсином. Апельсин должен быть большой, сладкий, с плотной кожурой, с нежной мякотью и желательно без косточек. Апельсин нужно подержать в горячей воде. То есть сначала сделать заготовочку вот такой формы и подержать ее в горячей воде. Как сделать такую заготовку? Обрезаем края, вот, обрезаем края, делаем крестообразный надрезик, чтобы не повредить кожуру, и выдавливаем сок. Диаметр должен соответствовать диаметру фалоса. И вот эту тепленькую заготовочку надеваем на фалос вашего мужчины. Кстати, у него желательно должны быть завязаны глазки, привязаны ручки. И запах апельсина замаскирован. Апельсиновая нарезка на столе или аромалампа с апельсиновым маслом. И делаем вот такие фрикционные движения теплым апельсинчиком. И у него будет ощущение, как при вагинальном контакте. Теплый апельсин – это идеальная имитация вагины. Только не заменяем ни лимоном, ни грейпфрутом, только апельсин. И после того, как вы сделали буквально несколько фрикций апельсинчиком, делаете ласки язычком. И у него будут такие ощущения, как одновременно при вагинальном и оральном контакте. То есть то, чего он никогда до этого не испытывал. А это просто супер!